В Республиканской государственной национальной библиотеке прошло мероприятие, посвященное 90-летию поэта, писателя, сатирика, ученого, педагога, оратора, фольклориста, кандидата филологических наук Магомеда Яхьяевича Хубиева. Вспомнить этого неординарного человека собрались многочисленные ученики, друзья, коллеги, родственники и почитатели его таланта. С мероприятия репортаж Беллы Джазаевой. В истории Карачая было немало писателей, поэтов, певцов и сказителей, оставивших нам в наследство свои прекрасные рассказы, стихи, песни, легенды, сказки, притчи, пословицы и поговорки. Но Магомед Яхьяевич Хубиев стоит особняком, как и все братья Хубиевы. Имена Османа, Назира и Магомеда, классиков карачаевской литературы на Кавказе, знакомы всем. Осман Яхьяевич – талантливейший писатель, ветеран Великой Отечественной войны. Назир Яхьяевич – непревзойденный поэт-лирик, а Магомед Яхьяевич воплотил в себе практически все жанры искусства. Его жизнь всецело была посвящена четырем направлениям – науке, педагогике, сатире и песне. Хочу пожелать, чтобы мы были достойными потомками наших старших, чтобы мы не забывали, чтобы мы продолжали традиции, которые идут из поколения в поколение и были достойны своих старших. Собравшиеся на вечер памяти Магомеда Яхьяевича отметили, насколько многогранен был его дар. С особым трепетом вспоминали своего учителя его студенты. Я вот сейчас смотрела и плакала. Он мне заменил отца. Если чего-то я добилась в жизни, на работе, то это ради него. И все свои достижения я посвящаю этому благородному человеку с чистыми помыслами, добрыми делами. Творчество Магомеда Хубиева несет с собой большую любовь к людям и к своей земле, доброту, открытость, чистоту, нравственные идеалы народа. Гости мероприятия говорили о том, насколько прекрасным он был человеком и потому прекрасным педагогом. Его характер, светлый ум, энциклопедические знания и гуманизм были известны каждому студенту, которого он учил. Удивительно и то, как Магомед Яхьяевич умел превосходно совмещать разные виды деятельности. О гранях его таланта когда-то лаконично сказали его друзья. Ученый, педагог, оратор, поэт, писатель, юморист, любимый группою куратор. Магомед Хубиев прожил до обидного короткую жизнь, всего 57 лет. Со дня его смерти прошло несколько десятилетий, но до сих пор его студенты, коллеги, близкие друзья не могут понять, как в его сердце вмещалось столько доброты, тепла, чистоты, любви, ума и мудрости. Белла Джазаева, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.